Дорогие друзья, всем привет! Я рада приветствовать вас на моем кулинарном балкончике. Сегодня приготовим один из моих любимых завтраков. Начнем, включаем плиту. Пусть она у нас пока греется, мы пока с вами приготовим основу. Сегодня у нас рисоблин с творогом и клубничкой. Так, два яйца. Добавляем сметану и немножко любого подсластителя. Ну, я взяла сахар, можете взять мед или добавляю там стевию. Полная раскладка будет у меня под видео. Добавляем рисовую муку. И рыхлитель теста. Так, наше великолепное тесто готово. Что у нас тут с плитой? Выливаем наш блинчик на сковороду и жарим с одной стороны. Пока обжаривается наш блинчик, мы сюда смотрим и приготовим начинку. Это свежая клубничка. Запах, вы знаете, сводит с ума. Это вкусно, это просто. Пока жарится у нас блинчик, у вас есть время подписаться на мой канал. Сегодня я взяла вот такой зернистый творог. Просто у меня не оказалось размерзшегося моего любимого сыра из кефира, поэтому пришлось воспользоваться таким. Если есть у меня, то я, конечно, использую творожный сыр из кефира или из йогурта. Последняя моя любовь из йогурта. Следим за блинчиком. Мы скоро будем выкладывать начинку. Процесс уже пошел. Давайте я подвину плиту поближе. Так, вам будет хорошо видно. Процесс уже идет, видите, как красиво все началось. Просто индукционная плита по-разному. Не получается такой красивый блинчик, как на такой. Вот, процесс так пошел интенсивно. Я уменьшу огонь. Видите, как красиво? На половинку блинчика выкладываем наш творог и клубничку. Ждем, видите, как идет красиво процесс. Ох, жарится красиво. Ну, еще немножко подождем. Видите, вот здесь нету еще дырочек. Видите, какой он красивый. Красавец. Главное, чтобы не подгорел. Можно накрыть крышкой, тогда процесс пойдет быстрее. Но мне захотелось, чтобы вы видели весь этот процесс, а не так, как раз, два и готово. Вы сейчас видите, как это все происходит. Выкладываем нашу начинку.
И сверху клубничку. Как я думаете, не переборщила с клубникой? Теперь самый ответственный момент — нам половинку закрыть. Так, готовы? Уже немножко, да. Ой, все надо снимать, потому что, видите, немножко уже начал. Наш великолепный рисоблин готов. Посмотрите на эту красоту. Красивый, ароматный, сочный и полезный. Я жду вас на моем канале, и мы с вами приготовим такие простые, красивые. Сейчас сделаю для вас фотографию, добавлю мятку. И пусть весь мир подождет. Всем пока и до новых встреч!